23 по 24 число проводится открытое первенство города Владивостока по фехтованию. В первенстве принимают участие спортсмены 2003-2004 года рождения и 2001-2002 года рождения. Соревнования у нас специально такие молодежные, это традиционные соревнования, всегда проходят в мае во Владивостоке. Поскольку первенство города это открытое, команды у нас приняли участие с города Находки, города Владивостока, города Амурска, Хабаровского края. Ребята приехали. На этих соревнованиях у нас собралось более 50 участников, выступаем в нескольких видах программы. Это рапира девушки, рапира юноши и шпага юноши, шпага девушки. Да, было сложно. Были девочки, вот подружки. Они тоже фехтовали, но почему-то проиграли, я тоже от них не ожидала. Было очень сложно, особенно когда за первое место было. Артакиаду съездил до дисциплины сабли, занял первое место по Дальневосточному федеральному округу. Там 56-е. По этим соревнованиям, то, что противники сильные, фехтовать интересно. Мне понравилось, очень хорошо все было организовано.